стандарты сейчас в современном футболе уходят на другой уровень. Поэтому ну, немножко не дотерпели, можно так сказать. Но у меня все равно к ребятам претензий нет. После первого тайма невразительно переломили ход игры. Забили два мяча во втором тайме. Я так скажу, контролировали ход игры. Ну, что случилось, то случилось. Тарасов травму получил. Вот. Так что мы поберегли Диму, решили поберечь. Вот. Но выпустили Мирончука. Коломейцев сел в опорную зону. Так, ну, эта позиция для него знакома. Вот тут никаких таких перестановок не было особо. Позиция, да, просто смена позиции. Можно сказать, что приход Габулова в штрафную, когда забивался второй гол, в какой-то степени смутил и отвлек внимание кого-то из защитников на себя? И это сыграл... Да, нет, мы в зонах играем, так что без разницы. Если бы 12-й игрок пришел, ничего страшного не было. Может, не персональная игра, при стандартах. Игорь Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот Алан Касаев не так часто в последнее время в стартовом составе появлялся. Это ротация? Или он просто долго травмирован был. Это я скажу коротко, да, он пока сейчас набирает форму, втягивается. Потому что тренировочный процесс и игровой ритм – это разные вещи. Я понимаю прекрасно, что тяжело. Ну, я думаю, еще есть 10 дней, так что еще две игры есть. Все будет нормально.